Всем привет! И решил записать такое видео по поводу Forza Horizon 3. Некоторые игроки, которые купили эту игру, по каким-либо причинам не могут ее запустить на своем компьютере, в плане того, что то ли по системным требованиям она не подходит, то ли по ошибке ее купили, поняли, что какие-то ошибки возникают при запуске и хотят вернуть средства, то есть ту сумму, которую они затратили на покупку игры, и вернуть их на свою карту обратно. Как это сделать, я вам сейчас постараюсь рассказать и показать. Дело в том, что вот в группе я часто здесь вот читаю посты, что можно ли как-то вернуть эти деньги. Но люди просто не знают, как это все делать. Постараюсь вам показать это на живом примере, как это все делается. Итак, что нам нужно? В первую очередь мы заходим в Windows Store, открываем ее. Вот мы открыли Windows Store. Дальше что нам нужно? Кликаем на вашу учетную запись. Кликаете, и теперь вот здесь вот находим надпись «Приобретено». Кликаем на нее. Так, вот мы перешли на сайт Microsoft. Здесь нас перекидывает сразу на журнал заказов. И что дальше мы с вами делаем? Для того, чтобы сделать манибэк ваших средств, нам нужно кликнуть с вами на «Получить справку относительно заказа». Кликаем на нее, у нас открывается еще вот такая вот формочка. Учетные записи и выставление счетов. То есть нам в вашем случае нужно кликнуть на самое первое, это чат. То есть открываем, открывается у нас новое окошко, и уже там описываем, почему мы хотим вернуть ваши средства. То есть там пишете, или же не подошла под системным требованиям, или какая-то другая либо причина. И, то есть я хочу вернуть средства за покупку этой игры. Вас связывают с техническим отделом, даже не с техническим, а с финансовым отделом Microsoft. Вы указываете там, что вы купили там такую-то игру такого-то числа, вот, и хотим, и то, что вы хотите вернуть средства на вашу карту. После этого, если все окей, вам вернут эти средства в течение 7 дней после получения вашей заявки. Важно понимать, что у вас должна быть карточка привязана к вашей учетной записи. То есть именно на эту карточку вам будут обратно зачислены ваши средства. Нужно понимать, что те, кто оплачивает, допустим, с Яндекс.Денег, да, вашу игру, то там получение транзакций на вашу карточку не предусмотрен. Поэтому это тоже нужно учитывать, имейте это в виду. В принципе, все. Больше тут ничего такого сложного нету. Я думаю, видео было для вас полезным. Всем пока!